Приветствую всех на канале Game One, и смотрите, как у меня удивление пришло, кто-то написал в комментариях, что у меня 300 подписчиков, это огромное для меня число. Всем огромное спасибо, что вы поддерживаете мой канал, благодаря вас я стал уже уверенно разговаривать, уверенно записывать видео. Если вы можете посмотреть мой первый ролик, как я там озвучивал, это было реально страшно, реально стрёмно, мне тогда я ещё боялся озвучивать, было страшно, если честно. Но благодаря вас я уже научился более-менее разговаривать и записывать голосы, спасибо всем огромное. В этом ролике я сначала хотел повыживать в соло, но потом решил, что соло у меня не получится, поэтому я решил позвать друга, будем выживать дуо. Построиться я тоже решил возле лаборатории, сейчас только найдем место, где бы нормальный дом построить. Дом буду я, скорее всего, строить тот свой дом из прошлого ролика, кто смотрел тот видео, заряженный дом 4x4. Сейчас попробуем найти место для него. Удобное место. Здесь когда неровность много. Хотелось построить ее там, где глаза будут меньше глаза попадается. Я-то хотел сначала построить напротив входа лабы через дорогу. Но там нельзя строиться с последнего времени. Это же слишком обидно, что нельзя. И поэтому я решил найти место где-то сзади лаборатории. Вот здесь где-нибудь. Сейчас найдем место хорошее. Ну, вроде сидит поискать. Можно, ну здесь можно, например, построить, если можно поставить 4 фундамента вниз. Да, вроде бы можно поставить, будем вот здесь построим себе дом. Домик 4x4. Мне понравился дом заряженный. Если кому-то еще нравятся заряженные дома, то я попробую еще один дом придумать заряженный. На самом деле они больше нравятся, чем другие дома. Итак, закончили мы с домом, сейчас буду ставить печки. Кстати, я выбил довольно красивый скин на печку с красного ключа. Мне очень сильно повезло с первого ключа открыть, хотя у меня был один единственный ключ. Сейчас поставим печку, закинем металл, серый уголь, сделаем патрон для напарника, а то он будет спрашивать, где его патрон, он в основном любит у нас PvP. Решил выйти пофармить дорогу и нашел здесь челика, фармящего дорогу. Решил сразу включить запись, посмотреть, убить его, посмотреть, что у него будет. Надеюсь, у него будет что-нибудь интересное. Он в кожаной броне. Сейчас попробуем убить его резко сзади. Попал хорошенько. Кстати, я не думал, что я так хорошо буду попадать. Ну вот и промах. Так, попал. Вот бы хорошо было бы, если в игре не было этого самонаведения. Было бы интереснее, наверное. О, печка неплохо, кстати. Печка в начале старта — это довольно приятный бонус. Жаль, он походу только вышел пофармить. Либо только пришел на север, не знаю. Поставим дома печку, думаю, печка нам не помешает. Итак, вернулся я домой, пришел напарник, решил он сразу поставить большие ящики, он без больших ящиков вообще в дом не заходит. У меня не было времени искать этих ящиков, он пришел, пофармил, нашел ящики, поставил. Спальники тоже раскидали мне, чтобы, если что, там бегать на улицу. Ресурсов у нас пока немного, но сейчас, думаю, пойдем фармить скраб. В основном выбивать скраб, а много людей приходит на биолабу. Будем их убивать, с них лутать ресурсы. Посмотрим, сколько мы с них найдем. Убили мне 3 бомжа с револьвера. У меня тоже был револьвер, я смог только одного вырубить. Сейчас напарник пошел с ними разбираться, я как раз пойду за ним. Посмотрим, что мне получится по золоту, если у них будет ресурсы.
Не успел я дойти, напарник уже кого-то убил. Так, слышно еще шаги, походу еще кто-то здесь есть, да, стреляют сзади. Так, вот он. Так, ну там у него шанса нету просто. Напарник просто все уничтожает всех. Так, оставалку зря потратил. Так, попасть как всегда не получается. Так, ну, все, зря просто потратил оставалку. Да, Лара. Ну да, зря потратил просто, не уже смысла. Так, стрелять опять сзади. О, меня тоже вырубили. Ну, как всегда. Так, думаю, у меня тоже шанса просто не будет. Так, возьму я оставалку на всякий случай. Если там еще будут их. Так, пришло мне поднимать. Похоже, я тех подгорел, вижу челика, труп валяется, он походу вышел из игры. Так, посмотрю, что у них вообще здесь было. Так, это мой револьвер, мои патроны. Да, этот меня залутали. Да, тут все мои ресурсы. Так, маску заберем, маска нам нужна. С броню оденем. Так, у нас что здесь было? Так, ну здесь тоже неплохо компоненты. Там вот 10 труб. Кстати, очень много компонентов. Там неплохо, они походу залутали биолабу. Это хорошо даже. ХП мало вообще, красный экран вообще бесит. Так, где-то еще здесь труп должен быть, а? Там внутри в кибитке. Здесь у нас вот больше ничего. Варенье, ягоды, это то, что нам нужно. Я их всегда забираю. Ну, думаю, здесь все уже подлутали, можем пойти домой резко. Закончилось у нас то место, куда есть ставить ящики, куда ставить ресурсы. Сейчас поставим немного ящиков больших, посмотрим, что мы с этих бомжей выбили. Так, сейчас напарник будет крафтить большие ящики. Наконец-то надоел уже этот красный экран. Все время моргает, уже глаза начинают болеть. Так, подлутаем себя. Так, вроде он уже ящики сделал. Очень много компонентов мы с них выбили. Можем пойти на переработку. Уже третий верстак и бобовка, думаю, у нас уже есть. Так, он скинул мне ящики. Сейчас поставим мне эти ящики. Он сказал, что с них очень много серы выпало. Посмотрим, сколько вообще было там. Так, что у нас вообще есть? Вам мне сначала вообще, наверное, шкаф все скинуть для начала. А, ну, не так много вещей для шкафа у нас было, оказывается. Нам нужно 28 камня для улучшения полностью дома. Так, верхний ящик скину я свой лут. Компонентов очень много, у нас у дома тоже много компонентов, потом можем пойти все это переработать. Так, сейчас посмотрим, что у нас напарник выбил. 700 неплавленного и 700 плавленного серии, это довольно много. Так, с трубы пружин, да, он тоже компонентов немного взял с них. Ну, косарь металла тоже. Ну, серы неплохо, кстати. Серы можем. Сейчас серу и металл закинем. Плавится в печке. Так, сразу лучим дверь в металл. И все стены сейчас будем улучшать в камень. Прошел час, как мы пришли на сервер. Думаю, надо уже улучшать дом в камень. А то еще смогут зарядить. Так. Здесь как мы будем улучшать? Так, хорошо. И потолок, главное, не забываем улучшить. Все, теперь дом хоть более-менее защищен у нас. Блин, вас тут не хватало. Так, походу, это не с ним. Трое с СМГ просто. Пытался босса убить. Мы пытались твоим босса убить, сняли ему почти полный хп с дубинками. А теперь что тебе к нам шли мешать? Сейчас, наверное, лучше пойти туда голым, посмотреть, что там и сколько их там получится, или их вообще убить. Эх, я думал, сейчас просто убью там. Засниму все это на видео.
Увидел, что челик забежал. Сейчас попробуем найти его. Был он вроде гол с дубинкой. И не вижу босса. Он шаги слышно. Он подлагал. Почему не слагал? Так, ого, сколько его здесь? И толпой здесь. Их четверо здесь или пятеро. Ну, скорее всего, мы сейчас не сможем босса убить. Наверное, нет смысла сюда бегать. Сейчас, наверное, еще один раз придем с СНГ попробуем. Я хочу же попробовать, можно ли их загасить. Взяли мы СНГ, сейчас попробуем их попробовать загасить. Кто-то с ними перестреливался, его убит на одного челика. Так, он с револьвером, походу, это не с ними. Так, с его-то вирпель. Ого, сколько там... Там их трое просто бегут на нас. Блин. Страшно сейчас. Как бы... Предмешно, сейчас сможем их перестрелять. Так, немного попадаю. Они, кстати, хорошо зажимают все троем. Сейчас попробуем за ним встать. Так, вроде не поняли. Так, ну, почему так плохо наводится? Так, лаги пошли. Сколько раз я в него попадаю уже? Сколько раз я в него попал? Просто половина даже не засчитала мне. Столько раз попал, урон даже не проходил. Что за игра, я не понимаю. Эх. Так, решили мы зарядить своего соседа. Не стали идти к этим типам больше. У нас уже СНГ патроны закончились, поэтому просто пришли порейдить. Взяли свои зимние бобовки, чтобы посмотреть, что здесь будет. Вот такой. Ну, сказать, на одну бобовку и пару пульт на дробовика. Вот, более-менее. Сейчас посмотрим, что еще в печках будет. Если в печках найдем металл, то это будет вообще хорошо. Так, все подлутаем, ничего не оставляем. Так, в печках у нас угля не... Есть немного угля, но... Да, я подлутаю эту печку. А, что у нас в шкафу? Так, 164 скрапа. Ну, это неплохо, кстати, на одну бобовку. Довольно неплохо. Того, как на одну бобовку и на пару бутербурга. Переработали почти все компоненты. Сейчас отнесем домой и будем изучать бобовку. Ну, и третий верстак сразу сделаем. Так, еще подлутали мне немного биолабу. Получили большую печь и броню металлическую. Сейчас, скорее всего, все это изучим. Печь я изучу, бобовку тоже изучили. А броню я оставлю для напарника, пусть броню он будет изучать. Он у нас как бы ПВПшер, поэтому пускай броню он изучит, а я печь и бобовку. И пойдем рейдить соседей нашего в каменном доме. Так, сделали мне немного бобовку, сейчас пойдем порейдим соседа. Он как раз вроде был онлайн. Несколько раз прибегал к нам, мешал нам, поэтому мы нашли его дом. Оказался, он прямо притык к нам живет, сейчас пойдем резко зарейдим. Посмотрим, может, у нее найдется что-нибудь интересное. Так, немного подумали, решили сначала взорвать дверь, посмотреть, что там, есть ли там металлическая дверь, просто чтобы без зря бабок на стену не тратить. А, ну да, даже МВК дверь, ну, тогда можем сразу эту стену взрывать. Там 7 бобовок поставим. Так, думаю, хватит. Так, ну вот и лутовая сразу. Так, придется ползти немного, конечно. Он только что килялся, он, походу, прямо здесь. Да, вот трупак его есть, на полу лежит. Так, шкафу у нас дерево много. 100 скрапа. Ну, так, кто бьет? А, сосед онлайн зашел. Ну, он глупец, он должен был лучше просто застроить нас. Только у него просто нет шанса. Он застроил бы нас, у него тогда был бы какой-то шанс. Так, по ресурсам у него, по компонентам тоже. Ну, есть немного чего. На старте это довольно так неплохо. Прошло сколько там прошло? 2 часа прошло, как мы начали на сервере играть. Даже 1.5, наверное. О, кстати, серый есть. Неплохо. Но это не думаю, что его купят, но все равно приятно находить.
сам рейд приятен, поэтому окоп не особо важен. Если у нас что-нибудь пострее, да, ничего. Ну, дерево заберем, фармить не придется. Фармить дерево — это реально залупа какая-то. Эти ящики у нас пустые. Ну, можем еще кого-то порейдить. Сейчас у нас плавится сера, потом пойдем еще дальше рейдить. Носить метод соседа полностью не будем. Если он вернется, пускай застроится, потом еще раз можем зарейдить. Наш дом типов, которые нам мешали все время, сейчас попробуем их тоже вынести. Они, оказывается, играют вместе, но живут в разных домах. Так что попробуем обоих вынести. Сейчас у меня уже второй верстак. Сразу печки проверяем. 170 металла. Серы немного, очень мало серы, конечно. Так, у нас шкаф тоже у нас почти пустой. Единственное, что из нормальных, это МВК и нефть, бочки с нефтью. Так, трупы туда. Ну, костяк костянками заберем. Маску тоже. Тролли жалко, конечно. Тролли хотелось бы забрать, но взрывать шкаф не будем. О, вот бобовка есть. 1 000 000 резисторов. Корпус пружины. Ну, не сказал бы, что плохой окоп. Но есть какой-никакой окоп. Сейчас сразу пойдем к другому дому. Жаль, нельзя будет тролли забрать. Просто лень отсюда домой тролли искать. Ну, вроде все залутали. Да, тролли могу посмотреть, если там что. Вот этот еще один дом. Попробуем его тоже зарейдить. Там тоже вроде две двери. У нас три боковки. Как раз первую дверь сломаем. Посмотрим. Сейчас попробуем чекнуть через стены. Погоди, ну, вижу печки. Так вроде за эти двери есть печки. Наверное, я их, наверное, взорву. Так, хорошо, горячие печки. О, кстати, неплохо. Вот это, я понимаю, окуп по серии, думаю, уже есть. Так, и металла, кстати, очень много. Металл тоже есть. Так, теперь интересно. Не знаю, может мне кельнуться, пойти домой. Сейчас напарник смотрит, если у него ежедневная бобовка. У меня-то нету. Я мало знаний понял. Постоим, подождем. Там делаю ему бобовку. Так, пускай мне эту дверь тоже сейчас снесем. У него есть дробовик, как я знаю. Да. Да, еще одна пулька и все. Так, трупик у нас. Он совсем, ну, почти совсем недавно уходил. О, кстати, неплохо, патроны есть. Так, серу заберем, патроны оставим для напарника. Плюс бобовку. Просто рейд без затраты не делать, но спроси, что ты бобовки на каменный дверь потратил. Так, вот это здесь не особо. Так, ну, такое себе. Сейчас, наверное, пойду домой, принесу бобовки и взорву шкаф. Так, взрываем шкаф. Так, резко посмотрим, что было у нас в шкафу. Так, ну, по мелочам. Ну, камней много, да. Ради камня, ну, ради камня одна бобовка. Одна снег. О, СМГ. А, это мой труп. Я думал, я что-то хорошее нашел. Вспомнил, что это мой труп. Ну ладно, здесь мне понравилось. Сейчас заремовываем дом и пойду домой. Так, слышали быстро на лабы, прибежали как можно быстрее сюда. Да хватит меня уже задебить. Похоже, они внутри лутают лабу, сейчас попробую их сажать там. Так, видно челика, надо сразу его зарашить, я думаю. Так. Так, убили его, он мне ни разу не попал. Походу, меня все время напарник попадал, я ему мешал стрелять. Надо будет запомнить такой момент и не мешать напарнику тоже стрелять. Ну ничего, он нас не убил. Но все равно я плохо поступил, потому что все время загораживал цель для напарника. Такого не допускайте. Так, очень много костяшки. Броник, кстати, неплохо будет. У нас мало было костяной брони.
Так, слышу, работает генератор сверху, походу он был не один. Так, ну, напарника он немного попал. Я-то подлечу сейчас пинтами. Так, пойдем сейчас рашить сверху телика. Так. Думаю, где-то здесь будет прятаться. Я пойду как мясо вперед. Напарник, если что, прикроет. Мы всегда так в папке делали. Я бегаю вперед, меня прикрывает напарник. Так, да. Это его труп. Да. Непонятно почему. Он умер или он специально кельнулся, чтобы мы его не нашли. О, зеленка, синька, фиолка. Стоит столько овощей, кстати, плохо. Очень много у него было этих МВК. Не знаю, золотого он или нет. Я эту комнату. Так, подальше от радиации уйдем. Полечимся немного, подождем, пока радиация спадет. Так, посмотрю, золото на ли баба. Так, вообще сложно заметить. Там вроде нет ящиков, но я ничего не вижу. А вроде там нет ящика, у нас карта на одно использование, поэтому лучше уйдем. Придем, когда будем уверены, там что-то, что есть там что-нибудь. Так, ну неплохо, кстати, с челиком выбили 4 СМГ. Карты, каждую карту просто довольно приятно. Сейчас резко пойдем домой. Думаю, здесь больше делать уже нечего. Так, спрошли мы Reddit еще одних соседей. У них дом довольно интересно сделано. Посмотрим, что здесь вообще найдем. Срывать будем сбоку. Мне кажется, у них все внутри деревянные. Здесь даже под крыши не было. Еще двери открытые. Интересно. Вот здесь уже каменная дверь. Ну, мы вот думаем, уже добавим до конца. Так, спасем 3 бобовки. Только надо успеть уйти отсюда. Так, не как всегда. Я вроде вышел, как она могла меня так убить? Ладно, бывает. Прибегу обратно. Так, прибежал я обратно. Как всегда себя убиваю я часто. Вроде за этой дверь больше ничего не было. Походу с металлом из дома вышел, нормально бывает. Так, что за дом из двери сделан, странный дом. Так. Это неплохо. Как-то странно все разложено, что ли, здесь непонятно. Да, походу челик любит все раскладывать. У нас все забито в одно место. Так, есть компоненты немного. Так, 6 пластин. Такой пустой. Там бинты. Тоже заберем все. Так, вроде все забрал. Так, посмотрим, что здесь дальше. Так, что за труп? Где это вообще труп находится? Так, в печке немного угля. Я понимаю, где этот труп находится? За стеной, что ли? Так, что у нас здесь? А здесь у нас уже шкаф. Так, о, 232 скрапа, неплохо. Так, это еще один пиндос спит. Так, где этот труп вообще находится? Я хочу этот труп найти. Так, его уже подлутали. Вот этот труп, понял, нашел. Так, залутаем с него все, что есть. Здесь больше ничего интересного вроде нету. Да, вроде все залутали, все подлутали, больше ничего, думаю, здесь не осталось. Изучили много всего. Изучили большую печку, сейчас будем большую печку красить, поставим дома, посмотрим. Будет ли она вообще мешать в доме? Так, сделаем пару печек. Пока 2 штуки сделаем, потом 3, если будет влезать. Так, скинем все обратно, пока печки наши крафтятся.
Так, с маленькой, наверное, придется печку сломать. Надо будет на большую печку скин купить, пока продается. Хотя я вначале хотел купить на... Собираюсь купить скин на СМГ. СМГ. Так, ну, чтобы у нее урона побольше было, все такое. Потом уже, если накоплю, куплю большую печку и все остальное. Так, все соберем. А то я как раз, наверное, сломаю печку, забуду, что там находится миллион ресурсов. Миллион сер, миллион пороха там. Так, сер тоже заберем. Одну печку оставим, остальные пока сломаем. Потом тоже улучшили до металла. Практически осталось там пару фундаментов. Так, ну печки почти скрафтились у меня. Так, я забыл их нельзя ставить. Ладно. Помню один баг. Видел тоже в ролике. Так. Уставься, поставился. Хорошо. Следующую печку тоже так же попробуем поставить. Макс. На вроде тоже можно. О! Я чуть бабоку на печку не поставил. Это было бы фиаско точно. Так, печку я поставил, сейчас раскидаем лут. Так, решил я еще одну большую печку поставить, пускай будет. Чтобы рано у меня все плавилось, хотя дерево тоже, пускай будет большая печка. Так. Вроде вот так. Так, погоди, для начала я бобовки скину, а то я опять, наверное, поставлю бобовку. Этого не хотелось бы. Так, сейчас поставим печку. Так. Все идеально, все четко. Так, подбираем бобовку. Так, вроде выход, ход будет нормальным. Да, выйти и заходить будет ну, нормально, удобно вроде бы. Так, раскидаем дерево и все. Пошли мы, ребята, спать. На утро проснулись и нас зарейдили. Забыли мы улучшить двери в МВК. Да и вообще этот дом должен быть выглядеть заряженным. Я забыл все это сделать. И вот нас на утро уже кто-то уже изучил динамит. И вынес на что. Это не так обидно, мы очень хорошо... прожили в этом, ну, вайпе это сложно назвать. Поиграли там пару часов, максимум 3-4, и довольно неплохо поиграли, мне понравилась эта игра. Надеюсь, вам этот ролик тоже понравился, и поддержите канал лайками, подписками. Ну, в основном подпишитесь, пожалуйста, если вам не сложно. Thank you.